Сериал «Курулуш Осман» продлится еще долго. Вот ассертивные слова Бурака Озчивита. Бурак Озчивит занят в летний период, но он очень счастлив. Нелегко быть исполнителем главной роли в таком сериале, как «Курулуш Осман», который продержался 4 сезона и завоевал большой успех. После напряженного темпа работы в зимнем сезоне Бурак Озчивит, сыгравший после долгого перерыва совсем другого персонажа в кинофильме «Бербер», в летнем сезоне очень доволен своим состоянием. Известный актер сказал, что в фильме «Парикмахер», съемки которого начались перед началом 5-го сезона сериала «Курулуш Осман», все было хорошо. Бурак Озчивит, не пожелавший сообщить подробности о полном драматизме фильме «Бербер», в актерский состав которого также вошел Мертизаджиоглу, заявил, что летний период был для него очень напряженным процессом. «Мы начали в спешке. Вообще, программа на это лето очень плотная. Начнется работа над фильмом «Фаундейшн Осман». Сейчас я снимаюсь в фильме «Парикмахер». Когда съемки закончатся, я отправлюсь на съемочную площадку сериала. Все идет хорошо». Бурак Озчивит, который не захотел рассказывать подробности о фильме и сказал, что хочет, чтобы некоторые вещи остались сюрпризом, заявил, что ему приятно после долгого времени сниматься в новом персонаже. Актер сказал, это будет что-то другое. Я долгое время скучал по сегодняшнему дню, в этом смысле все идет хорошо. Команда хорошая, декорации хорошие, это очень мотивирует, сказал он. 5-й сезон сериала «Курулуш Осман» также будет насыщен очень жесткими сценами. Бурак Озчивит заявил, что в новом сезоне сюжет сильно изменится, и сказал следующее. «В этом году это будет совсем другая история. На самом деле, можно сказать, что наша история начинается в этом году. В этом году мы предпримем первую попытку создать государство». Этими словами Бурак Озчивит также объяснил, что проект серии «Фаундейшн Осман» будет продолжаться еще много лет. Начиная с 20 ноября 2019 года, сериал будет продолжать встречаться со зрителями еще много лет, поскольку, судя по всему, он получил очень хорошие рейтинги.